Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня опять же находимся в лесу, продолжаем съемку свою. Видите, мы сейчас видим граммофон. Видите, он какой желтый, красивый, тоже лилия, скорее всего. Он, там тоже он порасцвели. Солнце так ярко светит, где солнце ярко светит, там они уже давно уже пораскрылись. Насыщенный такой лимонный, наверное, я бы сказал, цвет. Вот, готовится тоже к раскрытию. Видите, уже набрал бутоны. Вон там дальше мы видим, они как выскакивают преимущественно на солнечных сторонах. Ну, в тени я тоже видела. В тени, но они как-то более медленнее раскрываются. Вот как вот тут вот тень на нем есть маленькая, и все, и он уже так не открывается. А эти уже порасцвели достаточно хорошо. Вон я вижу, там еще один цветок. Много-много-много мы нашли в лесу сокровищ разных цветов. Вот, смотрите, видите, он как готовится уже второй открыть. Один уже открыл и готовится второй открыть. Не успела вам показать купену, вот она. Она уже цвела, у нее такие белые цветочки, похожие на ландыш. Да, бело-зеленые такие. Немножечко вытянутые и на концах как бы зелененькой каемкой. Она вот уже завязала семена. У нее потом такие черные ягодки будут здесь висеть на этих местах, где цветочки были. Это купена. Тоже многолетнее растение. Она растет как и в лесу, так и можно ее выкопать или размножить и принести к себе домой и посадить там у себя на участке. Она прекрасно растет и как бы в саду, так что вот можно купену тоже выращивать. Она тоже неприхотливая, размножается делением корневища. У нее такой корень, ну как бы как веревка, можно сказать. Такими участками корневища ее можно разрезать, эти выкопать эти корни, разрезать, ну, примерно на 5-6 сантиметров такими кусочками и принести их, посадить на, у себя там на огороде. Она будет расти, она прекрасно растет в затененных местах, вот там, где хозяйственные постройки какие-то надо вот прикрыть, там сарай, ну, такая хозчасть, где у нас на даче бывает, там хорошо посадить купену в тенистом месте. Она будет такими кустами разрастется, наподобие децентры куст образует. И будет прикрывать все это дело наше хозяйство, и красота будет. Вот. Она еще обладает многими лекарственными свойствами, это купена. Еще ее называют с давних времен Соломонова печать. Ну, есть такая легенда, что царь Соломон поставил печать на ее корнях, обозначив тем самым, что это растение имеет очень ценные лекарственные средства. Бытует опять же легенда, что эта печать на корнях купены до сих пор видна. Вот так вот. Вот, я бы вам еще хотел рассказать про саранку. А, где-то мы ее встречали, сейчас мы найдем ее. Лесная лилия. Лесная лилия, да. Сейчас мы ее найдем, я вам покажу и расскажу. Лилия кудреватая она. Да, что еще можно с ней делать. Вот, смотрите, я нашел ее. Вот, это саранка, лесная лилия. Ой, там кто-то лазит. Там бабочки, мотыльки, видите, у ней, вот, видите, как от кирпича. Ой, так она окрасилась. Пыльца такая, ага, кирпичная. Вот, что бы я еще хотел рассказать. Во-первых, у ней она луковичная, как и обычные лилии. Сейчас я вам покажу. А, Яна, возьми, пожалуйста, камеру. Помоги мне поснимать, я сейчас покажу. Вот смотрите, она длинная такая, стебель у нее тоже длинный. Я вот сейчас вот разрою и покажу вам. Преимущественно, какая там у ней головка, луковица, так называемая. Смотрите, пожертвуем маленько растением, но ничего страшного. Мы не пожертвуем, это я возьму этот стебель и попробую метод разведения, размножения лилий участками стебля, то есть, ну, стеблевыми черенками, да. Я уже чешуйками луковиц размножала, прекрасно, великолепно получается, из одной лилии множество маленьких луковичек. И теперь я хочу еще черенками попробовать этот метод. Лилия, а сейчас я ее выкопаю. Луковица. Так что мы наоборот делаем полезное дело, еще размножаем, разводим ее. И эту же луковичку потом можно будет тоже это размножить. Сейчас я достану эту луковицу. Хорошо, что есть интернет. Великое, великое чудо интернет. Можно научиться всему, чему угодно. Вот смотрите, видите, она зелененькая луковица. Вот уже есть. Видать, ее уже, смотрите.
плотно она там сидит, корневище хорошее. Вот смотрите, достаем. Вот смотрите, видите, луковица какая? Как у обычной лилии луковица с чешуйками. Все как есть, как положено, да? И здесь корневина, все. Но есть такая еще интересная штука, что саранки лилии можно есть. Сами чешуйки можно кушать. То есть, если вы попали вдруг в какую-то, не дай бог, конечно, экстремальную ситуацию, то чешуйки лилии можно кушать. То есть преимущественно, сейчас даже покажу как. А у нее немножко, наверное, чесночный как бы запах. А, нет, нет, у нее такой запах не чесночный, а он больше вообще запаха. Просто у меня был такой смешной случай. Я на садах, ну, на даче нанимала работников, двоих молодых парней, вскопать себе участок. Потому что, ну, сама я уже не успевала. А у меня там были лилии, но они еще не взошли на тот момент. И они перекопали этот участок. Я даже сама забыла, что там лилии сидят у меня. Вот, смотрите. Говорит, а мы у тебя нашли чеснок и съели. Какой чеснок? Они показали. Вот, смотрите, видите, сама эта чешуйка лилии, да? Ее можно, ну, она, конечно, грязная, да ничего. Вот берете. У нее такой, знаете. Она, во-первых, маслянистая, очень маслянистая. Такая, как бы, ну, я бы сказал, немножко, немножко какая-то есть сладчинка, да, чуть-чуть, там, есть. Буквально чуть-чуть. Никакой горечи абсолютно. Да, но в большинстве случаев она просто травянистая растение. Но если вы вдруг попали в такую ситуацию, то знаете, что. А как и головками тюльпана. Несколько калорий можно получить. Да, да, можно получить несколько калорий и от такой лилии. То есть жизненно важную энергию, которая вам необходима. То есть вы можете вполне кушать. Вот, вот такие вот полезные советы. А также эти чешуйки таким же образом можно будет делить. Там как где-то еще лилия была, лилии. Вот она лилия. Да, эти чешуйки давай заберем и мы их в это. Вон лилия. Вот она лилия. Ну, вот сейчас еще не распустилась. Выкопаем несколько головок вот таких и попробуем тоже чешуйки отделить. А ты даже одной хватит даже головки. Да, ее, да, ее. На каждой чешуйке там 2-3 лилии новых образуются. Это море будет опять лилий. Вот, вот. И в принципе будет можно будет эту корневину опять же посадить, и она опять же будет расти. Да, я так сделала. Чешуйки я все ободрала и посадила, а осталось как бы один стержень. Я его тоже посадила, и он растет, и вокруг него уже и луковка образовалась, он скоро цвести будет. Так что, ну, настолько они благодарны, вот эти цветы. Вообще лилиями очень интересно заниматься. Все, ложу ее в карман. Чтобы она не это. Какой лес туда. У нас живописный. Вот на улице 30 градусов жара. Сегодня вышли, чуть не обалдели, чуть не расплавились. А в лес зашли, прям такая волна прохлады. Думаю, боже, какая благодать-то. Когда по лесу гуляешь, замечаешь, что вообще практически не устаешь. Ходил, 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 а повернешься, оказывается, столько прошел, но никакой усталости не чувствуешь. Интересная такая, смотри, ситуация. Я выкопал лилию, мушек столько поналетело. Да, сразу они поднялись откуда-то из земли, что ли. Ладно, все, идем отсюда. Папоротники у нас начинают уже подниматься. Ага. Вот как тут хорошо, красиво. Вот, друзья, смотрите, встретили мы аквилегию лесную, темно-синяя. Вот у нас, если мы ту смотрели, было в лесу беленькая, здесь вот как бы кончики лепестков, то здесь темно-синяя она, вот прям... Бархатная, богатая. Даже не темно-синяя, даже я бы сказал, темно-фиолетовая она такая. Замечательная прям вот. Вообще, в аквилегии в этом году просто влюбилась. Настолько они простые в уходе, неприхотливые абсолютно, не вымерзают, никакого за ними ухода вообще. Я так их полюбила, они такие изящные, вот просто чудо какое-то. И расцветки такие разные-разные-разные, и формы разные тоже, обалдеть, красотища. Мы просто в этом году, вот, наверное, больше всего удивляемся тому, что в природе цветет, растет. Может, из-за того, что нынче вроде как высокосный год, да? Вроде да. Вроде бы как так, да. Я вроде как в это не верю. Ну, может и не верим, или верим. Но дело все в том, что нынче этот год какой-то необычайных красок таких, а другие года как будто не были такими яркими, насыщенных красок. Может, ну, у нас просто глаза открылись на этот мир. Ну да. Может, наш мир повернулся нам другой стороной и осчастливил. В общем, вот так вот. Идем дальше, продолжаем, смотрим.
Что нам будет попадаться? Вон опять видим, а лилии опять попадаются нам. Вот, видите, лилия прекрасная. Ну, будем дальше исследовать лес. Вот, а вот это вот аквилегия белый, уже такое вот горлышко у нее, не горлышко, краешек, видите, какая? И вот они вот все такие разнообразные, все такие не похожие друг на дружку, и в то же время... Такие очаровательные. Да, и просто невозможно устоять и мимо пройти. Вот, такие новости, идем дальше.